Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и это ваша любимая рубрика, ребятки, прокачка аккаунта подписчика на 8400 юцешек. Да, ребят, мы с вами вернули эту рубрику, недавно мы с вами выбрали победителя в нынешней прокачке, ну а если вы тоже хотите выиграть именно прокачку, ребятки, у меня для вас хорошие новости, потому что в этом ролике я снова же запускаю розыгрыш прокачки. И прямо сейчас внимательно послушайте, пожалуйста, все условия, чтобы вы все могли выполнить и, конечно же, могли участвовать и выиграть эту прокачку. Во-первых, для участия в прокачке вам нужно быть подписанным. Конечно же, подписанным на YouTube и на Telegram. Ссылочка есть в описании. Во-вторых, вам нужно поставить лайк под этим видосом. Обязательно. В-третьих, вам нужно обязательно написать комментарий, где вы укажете свой игровой ID, ребят. Никак по-другому. Именно в комментарии нужно указать игровой ID, потому что потом я со своего аккаунта... Вот моя айдишка, у меня титул PUB Mobile партнер, да, вот, пожалуйста, айдишка, вот именно титул сверху. Я со своего аккаунта скину вам приглас, друзья. Если вы в течение 24 часов примете этот приглас, значит, прокачка ваша, после чего мы выберем победителя. Как мы это с вами сделали на стриме пару дней назад. Если вдруг не в курсе, ребят, я далее вставлю фрагментик, да, как мы выбирали победителя в онлайне, на стриме, в прямом эфире, чтобы не было никаких именно претензий. И, в принципе, если мы с вами выберем вас, победителя, то вы должны именно принять именно мой запрос, друзья, именно с этого моего аккаунта. Вот мой аккаунт, еще раз повторюсь, вот моя айдишка, вот мой титул, ребят. Чтобы просто мошенники не могли вас, конечно же, завести в заблуждение. Потому что те, кто пишут вам в Телеграме, что вы выиграли, ребят, прокачка здесь проходит. Поэтому просто шлите их куда подальше. И в-третьих, ребят, самый важный момент. Вы должны открыть свои подписки. Если вы не знаете, как это делается, ребят, просто забейте в Ютубе, как открыть свои подписки. Все, сделали все, вы участвуете. Всем, в принципе, желаю удачи. Ну а прямо сейчас мы с вами сейчас увидим, да, как мы с вами выбирали победителя, да, во время прямого эфира. После этого мы добавим именно подписчика, который выиграл в лобби, поговорим с ним. И, в принципе, сама прокачка. Поэтому всем желаю приятного просмотра. Погнали, ребят! Ставить ссылку для видео. Опачки. У нас получается 9000 лайков, то есть это 9000 участников. Потому что 10 тысяч комментариев, там есть ребята, которые спамят. Не знаю зачем, не знаю почему. Я говорю неоднократно, что спам не поможет, но ребята это делают. Им по кайфу, окей. В общем, 62 тысячи просмотров. Прикольно. 10 тысяч комментариев, 9 тысяч лайков. Нажимаем загрузить данные. Погнали. Опачки, есть контакт. Клацаю на мышку. 3, 2, 1. Погнали. Лёша Боровик. Но это еще не все, ребят. Это еще не все. Мы должны проверить, если у него открыты подписки. Открываем ссылку в новой вкладке. Заходим к Лёше. И смотрим каналы. Каналы есть. Я тоже есть. Все, с кайфом. С первого раза. Вот, вы все видели, ребят. Так. 5-1-7. Заодно заценим, нужна ли ему прокачка или нет. 5-1-7-6-4-0-7-3-0-3. Поиск. Ас-доминатор. Красава. Ну-ка. Ну, Лёша не помешает прокачке. Алло. Привет. О, здорово. Здорово. В общем... Как тебя зовут? Я Лёша зовут. Лёша, Алексей. Лёша, ну что, поздравляю тебя. Ты выиграл в прокачке аккаунта. Все, в принципе, как ты видишь, именно... Спасибо. Как ты узнал про прокачку или просто открыл друзья и увидел то, что ты выиграл? Да, я вообще не ожидал. Я помню точно, что оставлял на ламбу. Ну, типа, ламбу выиграть. Ну, будет прикольно, если выиграю. Угу. Вообще не надеялся. Захожу такой утром вчера. Смотрю, заявка от тебя висит. Думаю, что? Смотрю, ламбу нету, думаю, что я выиграл. Захожу на стрим, смотрю, выиграл прокачку. Вообще не помню, как комментарий под прокачку оставлял. Нашел видео, увидел свой комментарий. Не, ну кайф, кайф, поздравляю. В общем, как ты понимаешь, прокачка будет на 8 кассиков. Есть какие-то предположения? Может быть, у тебя был целый день подумать, что ты хотел бы открыть, если есть какие-то пожелания? Ну, у меня пожелание это... Камку свою вкачать, если получится выбить материалов на нее. Ну что же, ребятки, вот мы с вами зашли на аккаунт подписчика. В принципе, играет подписчик давно. Мы с вами уже смотрели это на стриме. Он играет им нас 8-го сезона.
Как видите, играет неплохо. 4КД у него, да, именно, в принципе, играет очень даже хорошо. Ранг у него, как видите, на данный момент тоже неплохой, поэтому, в принципе, достоин именно прокачки. Давайте посмотрим, что есть на его аккаунте быстренько, да. Ну, а потом, само собой, начнем саму прокачку. Что по мификам? Все мифики из РП, да? Все из РП, ничего такого сверхъестественного здесь, к сожалению, нету. Ну, потому что нужна прокачка. Да, ребят, все из РП. О, смотрите, костюм из PDP бесплатный. Окей, так, шлем. Ну, здесь тоже, к сожалению, ничего интересного. Головные уборы тоже мифики из РП, как вы видите, да? Так, очечки. Окей. Рюкзачки. Хорошо. Штанишки и обувка, да? Дальше, давайте посмотрим, что у него по оружию. Так, калашики. Окей. Берста. Понял вас. Скар. Окей. Эмочка. Вот эту эмочку он просил именно прокачать. Ну, именно материалы нужны именно для прокачки этой эмочки. Зов предков. И дальше, что у него еще есть? Гроза. Ну, в принципе, ребят, как видите, именно аккаунту прокачка, конечно же, не помешает. Так, по транспорту что у него? Так, так, окей. Дальше здесь ничего. Здесь тоже ничего. Здесь мотоциклы. Багги. Лодочки. И микроавтобус. Ну все, в принципе, ребят. Можем начинать прокачку. Да, кстати, 15 билетиков. Давайте их тоже используем. Почему нет? Так, по 5, да, здесь можно использовать. Может, заберем что-то? Опачки. Ля! Шлем выпал. Слушайте. Многообещающее начало. Легендарный шлемак мы забрали. Нам упало Мне впервые 100 упало, ребят, серьезно. Никогда до этого сотка не падала. Все ушло на рюкзак сейчас. Окей. И еще пятерочка. Ну, а, да, забрали, хорошо. Окей. Ну, со шлемом нам повезло, смотрите-ка. И ВСС-очку еще забрали, огонь. Ну, а теперь погнали именно в кейсики, ребят. Мы с вами, конечно же, пооткрываем и пользовательский пару раз. А также мы с вами докрутим до гаранта вот этот вот ящичек, чтобы попытаться выбить отсюда ему материальчиков, да, для того, чтобы прокачать именно эмочку Зов Предков. В общем, пожелайте удачи, давайте погнали, будем чередовать сначала эти кейсики, потом те кейсики, и посмотрим в конечном результате, что у нас отсюда дропнется. Надеюсь, прокачечка у нас будет, в принципе, интересной. Окей, так, первая десятка не фонтан. Давайте теперь тут попробуем, посмотрим, что тут у нас будет. Тоже не фонтан. Ну-ка. Последняя прокачка была у нас самой странной прокачкой. И поэтому, надеюсь, именно сейчас мы с вами реабилитируемся. Давай, погнали. ВЦшки быстро уходят. Да, это, конечно же, 9000 ВЦшек, это не такая огромная цифра, но все же. Шансы на то, что можно отсюда что-то вытащить, всегда есть. Поэтому мы с вами должны это все, конечно же, то попробовать. Давай, пользовательский, дай хотя бы здесь мифик, а то на моем аккаунте ничего, на аккаунте Infinity тоже ничего, и здесь тоже, к сожалению, ничего. Кейсик, спасибо за кейсик, погнали. Ну, я думаю, мы этот ящик подкрываем с вами два раза до гаранта, чтобы он дошел. Ну, давай, хоть какой-то скинчик, вообще ничего. Ладно, давайте сейчас удивим кейс и откроем опять его. Сейчас он должен удивить нас. Давай, вот это просто должно сейчас быть удивление какое-то. Удивил. Ничего не упало. Да, что сказать, удивил. Ой, погнали дальше. Вообще ничего не сыпет. Алло. Алло, хотя бы материал. Угу. Так, давайте еще раз пользовательски попробуем. А давайте попробуем с пропуском. Опачки. Мифик. Хорош. И, кстати, та же самая голова. Ну, что такое? Ну, почему опять эта голова? Граната, хорошо. И давай еще мифик. Веселька, ладно. Смотрите-ка, пользовательский раздуплился у нас чуть-чуть, да?
Так, ящик, давай, теперь на тебя, Надежда. Один мифик мы забрали, это хорошо. Это годно. Теперь давай оружку. А давай с пропуском. А давай еще раз с пропуском. Вообще не падает оружие, что за бред? А ЮЦ-шки-то уходят. Так, нам нужно еще... Да, мы можем еще позволить себе один пользовательский открыть. Давайте откроем еще один. Вообще из оружия ничего не падает. А нам нужно, чтобы прокачать оружку. Давай. Ну и это пустая, понятно. Ну до гаранта, чтобы попытаться оттуда хотя бы что-то вытащить. Вообще ничего не падает, просто посмотрите, ребят. Я в шоке, если честно. Так, ну давайте еще один раз пользовательский. Потом, знаете, что сделаем? Пройдемся по рулеткам, крутанем их. Может быть, там что-то годное упадет. Давай. И рюкзачок. Ну ладно, в принципе, рюкзачок тоже неплохой, я вам скажу, ребят. Для прокачечки он очень даже полезная вещичка. Так, ну и давайте, сейчас два гаранта у нас будут. Посмотрим, что у нас получится с гарантов забрать. Не, ну это просто до свидания. Вы видели, мы сколько кейсов открыли. Все мимо. Все мимо, вообще ничего. Гарант, пожалуйста. Удиви нас, пожалуйста, не краской. Удиви, пожалуйста, но не краской. Я тебя умоляю. Дай хотя бы вот этот вот Томпсон. Ну или Янку Шут, почему нет. Давай. Не, ну если и второй гарант будет краска, то это просто до свидания. Я не знаю, как комментировать это. Это же просто до свидания, ребят. Как так-то? Ну как так-то? Такое хорошее начало и такая концовка. Я вас понял. Но ему еще оставим ЮЦ-шек для РП. Давайте попробуем пооткрывать... X-костюм. Вот у него есть купончики скидочные, давайте их воспользуемся. Я не знаю, может отсюда что-то упадет годное. Ни одного материала, алло! Это что такое? Ни одной пушки, ни одного материала. Это просто до свидания. Монетка. Давайте мы с пропуском это будем делать. Вот так. Окей. Еще со скидочкой. Ну если есть скидочки, что их не использовать? Может что-то упадет? Ну давай. Давай, X-костюм, я знаю, ты можешь. Два материала, спасибо, но... Рамочка. Неплохо. Ну давай, X-костюм. Опачки. Нефритовое сердце. Хорош, хорош. Так, есть еще скидки? Есть. А еще есть? Есть. Ну давай еще что-то. Сколько у него скидок-то? Нормально. А, и сейчас последнее. Ладно, давайте откроем. Потом я ему докину, чтобы было 900 ЮЦ-шек. Последнее все-таки. Давайте ее откроем без пропуска. А вдруг сейчас X-костюм упадет? Ну давай. Давай X-костюм, пожалуйста. Гоу. Монетка, да? Понятно. Ну, в принципе, на этом все, ребятки, к сожалению, все. Да, упал мифик, это хорошо. Мифик упал, это хорошо, конечно. Вот такой вот прекрасный мифик. Шлем, маска, что еще у нас? Рюкзачок топовый, тоже нам дропнулся. Так, весюлечка, куда без нее? По оружке еще что-то нам дропнулось. Но, к сожалению, ни одного материала, это просто капец, ребят. Это просто капец, ни одного материала. Как так-то? Вот мы ему выбили вот такой вот прекрасный ховерборд. Да. Это, конечно, разочарование века. С одной стороны, мифик. С другой стороны, вы сами понимаете. Ладно, в принципе, на этом все, ребятки. Вот такая вот прокачка получилась. К сожалению, не дропнулись материалы. Но дропнулся мифик.
Если видосик вам понравился, был интересным, поддержите его своим царским лайком. Также не забывайте подписываться и не забывайте участвовать, ребятки, в розыгрыше прокачки аккаунта. Все максимально просто, условия я уже сказал в самом начале. Всем желаю приятного дня, спасибо за поддержку, спасибо за лайки. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дрим, всем топ-1.